Национальный банк выпускает банкноту номиналом в 20 тысяч тенге. Купюра выходит в обращение к государственному празднику – Дню первого президента. Новая банкнота является одной из самых защищенных в мире. Использованы последние инновации в индустрии защиты от подделок. Банкнота выполнена в серо-синем цвете. На лицевой части изображен монумент Казак-Еле, триумфальная арка Мангелик-Ель и крылатый конь. На оборотной стороне основным изображением выступает контур карты Казахстана и панорама столицы.